Здравствуйте, я Виктория Лобанова, и это рубрика «Вопросы юристу». Ребенок 12 лет на перемене случайно задел телефон другого ребенка, и он разбился. Родители требуют компенсацию. Должны ли мы платить? Детей до 14 лет называют малолетними. До этого возраста весь ущерб, причиненный детьми, возмещают родители. Это предусмотрено статьей 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, этой же статьей предусмотрено, что в случае, если ребенок находился под надзором образовательной организации, то образовательная организация может нести ответственность за причиненный вред, если не докажет, что ущерб причинен не по их вине. Все-таки ребенок находился под их надзором. Ситуации могут сложиться разные, характер компенсации должен быть разумным и справедливым. Поэтому в данном случае стоит разобраться в ситуации индивидуально, обратитесь за консультацией к юристу. Но и также стоит отметить, что и после 14 лет, в случае, если у ребенка нет своих денежных средств в случае причинения какого-либо ущерба иным гражданам, родители также несут за них ответственность. Есть ли прибавки за трудовой стаж? На доплаты к пенсии вправе рассчитывать россияне, которые работали во времена СССР и постсоветский период с 1991 по 2002 годы, не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве, проживали и работали в условиях Крайнего Севера или приравненных к нему районах. Также граждане имеют право на надбавки и за нетрудоспособные периоды своей жизни. В случае, если они проходили военную службу по призыву в любых силовых структурах, если ухаживали за детьми до возраста полутора лет, либо ухаживали, например, за нетрудоспособными членами семьи. Обратитесь в социальный фонд, предоставьте документы основания для получения таких надбавок. В случае, если вы не согласны будете с ответом, вы можете его обжаловать в административном и судебном порядке.